Праздник осени в детском саду – это обязательное мероприятие, которое проводится в каждом дошкольном учреждении. В детском саду «Сказка» прошел праздник «Золотая осень», организованный педагогами совместно с учащимися начальных классов и их родителями. Праздники в детском саду оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир ребенка, его познавательное и интеллектуальное развитие. Проведение празднества дает возможность раскрыться каждому ребенку, отметили организаторы мероприятия. В программу осеннего праздника вошли разукрашенные столы с подделками, сценические выступления и демонстрация красочно украшенных нарядов. Для руководства данного учреждения главная награда в работе с детьми – это успехи подопечных, их стремление активно участвовать на всевозможных конкурсах и мероприятиях, что способствует дальнейшему развитию. Помимо концертной программы, также была развернута выставка и ярмарка. Множество угощений и подделок были подготовлены детьми и их родителями. Я хочу сказать большое спасибо организаторам, во-первых, этого мероприятия «Золотая осень», ярмарка Манаше Дарбишеву, которая создала такой красивый уют, родителям, которые помогли вот, организовать детям, сказать большое спасибо, благодарность за их участие, что они приняли это мероприятие. И хочу сказать, что вот это проданные вот на ярмарке вот эти деньги, средства, мы хотим перечислить онкобольным детям. Ну, маленькая помощь от нашей школы, от наших детей, родителей, что мы смогли помочь, хотим перечислить. Осень – это пора сбора урожая, подведение итогов сельскохозяйственного года. Учащимися были изготовлены подделки из даров осени, которые были выставлены на выставку. По словам организаторов, ни один праздник не остается незамеченным. Целью мероприятия послужило доставить детям радость, веселое и праздничное настроение. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагометов, информационная программа «Пульс».